Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как посадить самолет. Итак, поехали! Для горизонтального полета нам нужна тяга двигателя, чтобы компенсировать силу лобового сопротивления. Чем больше скорость, тем больше сопротивление. Нам будет достаточно 4200 оборотов, чтобы самолет летел около 160 км в час в горизонтальном полете. Если нужно быстрее, то соответственно больше оборотов двигателя и больше тяга. Для захода на посадку нам нужно погасить скорость для выпуска закрылок. Для этого мы уменьшаем обороты и самолет замедляется. Ручкой управления удерживаем его горизонтально. Как только скорость достигла скорости выпуска закрылок, выпускаем их в первое положение, которое соответствует 15 градусам. Сейчас самолет немножко просаживается, поэтому нам нужно его поддержать, то есть добавить немножко обороты двигателя. Важно понимать, нужно что-то предпринимать сразу же, как только вы заметили какие-либо отклонения, и не откладывать это на потом. Потом будет намного сложнее исправить ситуацию, и возможно нужно будет уйти на второй круг. А что такое уход на второй круг? Это нормальная ситуация, если мы видим, что у нас нестабилизированный заход. Мы даем взлетный режим двигателю, набираем высоту круга и строим наш заход на посадку по-новому. В таких случаях это правильное решение. Не нужно любой ценой пытаться посадить самолет. Это может привести к плохим последствиям. Далее разворачиваем самолет на полосу и довыпускаем закрылки во второе положение, посадочное, 30 градусов. Следим за нашей посадочной скоростью и за тем, чтобы полоса к нам приближалась, не меняя ее геометрическую форму, то есть так и оставалась равнобедренной трапецией. Если видим, что самолет смещается влево относительно условной линии, которая является продолжением оси ВПП в нашу сторону, то мы подворачиваем вправо. Если смещается в противоположную сторону, то подворачиваем влево соответственно. Вам видно, как порывистый боковой ветер сносит нас, и мы то и делаем, что возвращаем самолет на нужную траекторию. Подобная ситуация происходит и по высоте. Если нас поднимает выше глиссады, то мы немножко прибираем обороты. Если же нас просаживает, то соответственно добавляем. Если все в порядке, то на высоте выравнивания мы переводим его в горизонтальное положение, замедляя вертикальную и поступательную скорость, и плавно убираем обороты до режима малого газа. После этого приподнимаем нос самолета, чтобы касание произошло на основные стойки шасси. После касания плавно опускаем носовую стойку. Аккуратно притормаживаем и удерживаем самолет на полосе. Ведь самолет касается полосы на довольно большой скорости, а в нашем случае еще и боковой ветер, который пытается нас развернуть и утянуть с полосы в сторону. После замедления до скорости руления разворачиваемся и освобождаем полосу по рулежной дорожке. В нашем случае она находится в начале полосы. Далее заруливаем на стоянку и выключаемся. Вот и все. Теперь вы знаете, как сажать самолет. Осталось потренироваться пару десятков часов, чтобы все получалось на автомате. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Hold it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got